Увози меня отсюда! Джимми? Ну и ну. Какой приятный сюрприз. Очко жил Джимми. Сказала, они хотят только поговорить, клянусь! Так ты теперь на дом работаешь, крыса ты двуличная? А ты нет? Водителю бандит. А, да, логично. Так, это же за сближение всего канала. Ну, это явно было не сближение. Знаю. Оу! Бля! Эй, потише! На кого батоны крошите, ублюдки? Хорошо пошел снаряд. Кстати, я помню эту гонку, у меня с нее жопа сгорела первый раз. Сколько? 12 сближений, вижу. А надо 15, да? Минус один ком. А, 11 еще осталось. Так, 8 километров. А, ну время. Ты теперь работаешь на дом? Бля, это все время. Подвести тебя под арест, разве нет? Это был тест. Я его прошла. Получила повышение. 10 секунд, 9. Тебе бы спасибо мне сказать. Пиздец, как их много. Шипы. Будет знать. Какое зрелище. Бля. Кажется, все, друзья. Не, я выжил и получил время. Так, 4 сближения надо. Нихуя себе. Да иди ты в очко со своим корветом. Меня развернуло, бля, я не могу ничего сделать. О, ты хочешь шутку, блядь, да? Время. Все, пиздец. Соснули. Это все, что ты можешь. Тут надо было на встречку вылазить. А, они глушилки юзают, ёбушки. Яблочко. Не тараньте. Таланты свои успокой и вали нахер. Блять. Какой пиздос. Вон тут козел. Его просто выносить надо, вот и все. Блять! Да блять! Да вы серьезно, сука! Молодец! Возьми печеньку на полке. Блять! О! Нихуя себе! Неожиданно! Не-не-не, друг мой, нет! Нет! Я сказал нет, падла! Блять! Сближение ебучее еще. Сука! Come on,
проживем. Бля, размотала пизда. Какая потеря времени, друзья. Да бля, вы заебали! Дайте тронуться с места, нахуй! Пиздец, я времени проебал! Нахер, нахер, нахер! Просто заебали, блядь! Они просто ничего не дают сделать! Жопа горит! Все, пизда. Иди ты, блядь, со своим блокиратором. Нет. Ну ебана ты в рот. Так же вы меня заебали, ребята. Охуеть. Убивайся, нахер. Блять, нет, не разворачивайся. Нахуй. Где там это дерево ебучее? Вон оно. Урабатывайся к ебени матери, блин. Блять. Можно развернуться, Мерседес? Блять, и разворот обязательно. Особо дальше. Все, пиздец. Блять! Выключай блокиратор, тебе он не поможет, падла. Не-не-не-не-не, дружочек, не включайся. Я должен ехать так 9 километров, 10 километров сюда, да? Да что вы, блядь, говорите? А ваши машины объект не таранят вообще ни разу, да? Нет, не таранят. Пожалуйтесь там еще, ублюдки. Да, блядь, вырубай ты эту свою шарманку! Да, блядь, ебитесь вы в рот, сука, трафик еще этот... Где этот корвет сейчас? Вот это меня интересует. Вот оно, блядь. Нахуй. Я хуй знает, блядь. Ну, пиздец. Да вы, блядь, серьезно, сука. Перекрыть дорогу вообще нахуй. Нитро подчистую ушло. Так, они исчезли. Видимо, у них какая-то рекламная пауза там. Блядь. Ну, нахуя ты скользишь? Заебал, рулись. Я тут срежу. Наверх. Как бы срежу, но как бы это было... И тут срежу. 9 секунд. Мерс в тотал вообще убит. Дальше у меня времени нет. И я ничего не могу сделать. Блядь! Я ж ничего не могу сделать, она неуправляемая становится. Хуйло уже вон там, блин, несется. Уйди ты, блядь, тебе не ма... Гомосеки полицейские. Осуждаю. Модные, модные полицаи. СВ-8 под капотом. Такие вообще пацаны. Ребята! Сука, я ни разу даже до середины не доезжал. Вы только вдумайтесь вообще в уровень пиздеца, происходящего на ваших экранах.
До середины нахер ни разу не доезжу. Ну, где-то около было близко, но, блядь, где-то близко это не оно. Поворачивай, ёбаный Мерседес. Меня уже бесит просто все нахер. И... минус время. Минус жопа. Во-во-во-во-во-во-во-во. Ну, блядь, да вы заебали уже просто. Идите нахер. И пойди на рестарт. Успокойся и на рестарт. Ебанись вообще. Это все, что ты можешь? А что тебе мало, блядь? Тебе мало, блядь? Все, что ты можешь. Не пизди давай, давай едь. Хорош, уработался. И опять эта красная хуйня тут. Вылазит. Давай свое очко. С ума сошел? Да. Ёбаный стыд, кипение матери. Хули вас так много, блядь? Это, блядь, твой предел. Рестарт. Сука, с двух сторон. А ничего страшного, что он хуй знает где, блядь. Чё у меня в глазах помутнение? О, значит, жестко, да? Пока. Привет, девочка. Время, блядь. Ёбана в рот. Бать, блядь, варп-двигатель включил. Activated. Да в очко иди! Хорошо, что я пристегнулся. Как думаете, мы пройдем сегодня этих копов? Вот это будет просто, блин, сейчас супер имба, а не Мерседес. Я надеюсь, что он жопы разорвет этим пацанам, потому что они меня сегодня выбесили прямо, ну, очень серьезно. Ух ты, бля, нихуя. Да, друзья, это зло. Теперь надо как-то справляться с этим злом. Увози меня отсюда! А, пиздуй, без нитра, как раньше с нитро было. Дом сказал, они хотят только поговорить, клянусь. Так ты теперь на дом работаешь, просто ты двуличная. А ты нет? Магичный бандит. А, да, магичный. Базар это не ма, 300 плюс кочегарить. Шо, ублюдки, догнать не можете теперь? Но на торможении понятно, что можете. Что-то вас тут дохуя, ребята. Какой трешак тут происходит в этой гонке. Я просто в ахуе, ребят. Я вам честно скажу, я... Ты теперь работаешь. Мне пизда, кажется. Они же пытались привести тебя под арест, разве нет? Это был тест. Я его прошла. Получила повышение. Блять! Тебе бы спасибо так... мне сказать. Не слушай. Сука! Я хотел уработать этого ублюдка. 18 секунд. Отлично. Яблочко, пацаны. Разбирайте весь трафик. Давайте, он весь ваш. Ни в чем себе, сука, не отказывайте. Блять. Ебись отсюда, чтоб я тебя уже...
Все, они меня, кажется, захуярят сейчас. Отлично. Ну, машинка спасает сейчас, если честно. Реально выручает, друзья. Отлично, молодец. Я помню, что тут вот так надо. Блядь, тронуться, 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 зацеп, зацеп, приди. Полчаса, блин, пробуксовка. О, хуй приехал. Уработался? Ублюдина. А это обязательно? Да. Круто, ты, блядь. И вот это, блядь, обязательно. И 8 км. Шо, сучки, сложнее стало жить? Нахуй. На асфальт. Не дают срезать народу честному. Стоп, стоп, стоп. О, ты хочешь жестко, да? Да, он захотел. Блять! Не-не-не, друг! Нет! Спасибо! Я нихуя не... Я ничего не понимаю, куда ехать. 20 секунд. Там уже время отзелинкало, я так слышал. Блять! Нормально, нормально, нормально. Вон финиш. Блин. Так, понял. Режим хитро... 5 секунд. А, блядь! Это просто пиздец. Сколько там? 1/10 оставалось, друзья? Пора взяться за ум. Да, мы взялись за ум. Мы построили тачку и просто дали им пизды. Я в таком ахуе, я так же, как и вы. Это просто, блядь, ну его нахуй, честно. 399-я тачка. Еле-еле просто на писечке я это прошел. Вот просто. Ну и чем вы тут удивите нас? Ёбушки-воробушки. Друзья.